У меня прям начинается тахикардия, когда я вижу у вас дряблую кожу под глазами и нависающая, как тряпочка верхнего века. При этом, что характерно, кожа на других участках лица намного лучше. Даже я бы сказала, она совсем другая. Да, бывает общий тонус лица снижен. Тургор, как говорят косметологи, а бывает на щеках и на лбу кожа упругая, гладкая, а веки ну просто караул. И вот я решила сделать такое видео, чтобы объяснить, в чем главная ошибка и самое главное, как это исправить. Я бы эту ошибку разделила на три части. Первое, вы считаете, что крем для век не является обязательным. Мол, какая разница, крем для лица, крем для век – это одно и то же. Как правило, эту ошибку многие совершают лет 37-40, и в итоге в 50 лет веки дряблые. И я совершенно ответственно вам заявляю, исходя из собственного опыта и из того, что я знаю о составах, Крем для век обладает особенными свойствами. И дело тут не в усиленных даже пептидных группах, а именно в способности удержаться на коже в течение длительного времени и удерживать влагу в тонкой коже век. То есть крем для век ведет себя совершенно иначе. И все потому, что если здесь кожа имеет много слоев и уходу есть куда погружаться, то веки это по сути кожа до кости. И я это поняла в свои 37-40 лет и начала применять кремы для век, потому что я вижу, что крем для лица не работает. И именно это помогло мне сохранить приличное состояние. Так что прислушайтесь к моему совету, если вы находитесь плюс-минус в этом возрасте. Ну и вторая составляющая ошибка – это, допустим, вы уже применяете крем для век, но он неэффективный. Да, часть кремов в этом сегменте ничем не отличаются по сути по своей от кремов для лица. Поэтому я бы остерегла вас покупать их не по рекомендации опытного человека, а на обум или опираясь на описание продавца. Им-то что нужно продать? Поэтому они пишут в описании любого средства примерно одно и то же. Мощный лифтинг крем. Знакомо? Но смотришь состав, и это просто какой-то позор. Ну хотя бы один пептидик добавили, чтобы делать такие громкие заявления. Это какой-то позор? Да, крем для взрослой кожи обязан содержать пептиды, поэтому прежде всего ищите именно их в составах. Но и текстура, как я уже сказала, должна быть особенной. Например, она может быть мазевой, не так быстро впитывается, довольно хорошо удерживается на коже. Но это подходит только для сухой, иначе просянки пойдут. Здесь полегче. Также хорошее, цепкое такое, но при этом легкое увлажнение. И можно мазать и прям наслаивать и наслаивать. Прям как енот-полоскун получит себя без конца. Так мы увлажняем кожу век. Наносим и утром, и вечером за час-полтора до сна, чтобы избежать отеков. И здесь, внимание, наносим как на нижнее, так и на верхнее века. Девочки, обязательно поступайте именно так. Тогда у вас дряблость уйдет и веки приподнимутся. И не слушайте вы никого. У меня есть собственный опыт, и он гарантирует правильность моего подхода. А то недавно, читая в телеграм-канале одного косметолога о правилах нанесения уходовых средств, и что я там вижу? На верхнее веко крема не наносить. Вы по что эту кожу Обидели, мне хочется спросить, это а что, не кожа вовсе? Как объяснить вообще эту рекомендацию? Конечно, количество крема будет разным. На нижнее веко наносим побольше, на верхнее тонким слоем и втираем. Я покажу, как это делать. и обязательно включите в уход патчи. Я вам рекомендую именно большеразмерные. Они лучше ложатся и не сползают. И тогда хоть каждый день после умывания и тонера и можете держать долго. Минут 20-30 это вполне допустимо. Они работают совершенно иначе, чем обычные стандартные маленькие патчи. Сняли. Затем наносите сыворотку для лица и крем для век. Итак, что я сказала? Нужен обязательно специальный крем для век. И пояснила, какими свойствами он должен обладать. Второе, наносим как на верхнее, так и на нижнее веко и утром и вечером. И остался еще третий момент, который также очень важный. У вас должно быть не сушащее очищение, увлажняющий тонер, а отлично сыворотка для лица. То есть весь ваш уход должен помогать в этом деле. И это правда очень важно. Потому что если что-то в вашем уходе пересушивает кожу, то никакой даже самый матерый крем не справится. Для начала можете купить вот этот гель. А вот тримай он хорошо очищает и при этом совершенно не пересушивает, даже обладает увлажняющим некоторым свойством. И это поможет восстановить водный баланс. Далее мне очень нравится сыворотка от медипил. Она легкая, текстура желе, но при распределении становится водой. Наносим и на кожу век, и на шее. Она прекрасно при этом увлажняет. Также не игнорируйте, пожалуйста, ночной уход. Например, вот эта маска от Real Barrier очень хороша для устранения обезвоженности. Начните выполнять эти простые правила, и вы устраните катастрофическое состояние кожи вверх. А если у вас только появились первые признаки, то самое время заняться решением этой задачи. И никогда дряблости у вас не будет. Я вам гарантирую, ибо опыт. Всем желаю удачи и на этом пути. Уверена, у вас все получится. Всех по традиции целую. И до скорых новых встреч.